Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Чим живе область?». Є сьогодні гість в студії голова правління публічного акціонерного товариства «Миколаївгаз» Богдан Стигні. Доброго вечора. Ми вітаємо вас в нашій студії. Пані Богдан, сьогодні багато говорять про встановлення домових вузлів обліку газу. І, наскільки я знаю, багатьох це лякає. Чому саме? То поясніть, будь ласка, чому так це питання бентежить людей? Да, действительно, этот вопрос сегодня очень многих людей будоражит. Я, пожалуй, начну с предыстории, то есть законодательную базу, в общем, в словах опишу, то есть от чего толкиваемся мы в своей работе. Значит, еще в начале 2000-х годов был принят закон о коммерческом обеспечении коммерческого учета природного газа, в котором было сказано, что в части обеспечения населения природным газом. Первый этап предусматривал и действовал он до 1 января 2012 года обеспечить узлами учета природного газа населения, которое использует газ на приготовление пищи и отопление, то есть газовые котлы. Второй этап до 1 января 2016 года мы должны были обеспечить природным газом население, которое использует газ для приготовления пищи и подогрева воды, то есть газовые колонки. И до 1 января 2018 года третий этап – это обеспечение природным газом людей, которые используют природный газ исключительно для приготовления пищи, газовые плиты. В конце 2015 года, точнее во второй его половине 2015 года, НКРЕ, Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, проанализировала ситуацию с обеспечением выполнения требований указанного закона и пришло к выводу, что для того, чтобы в полном объеме реализовать к 1 января 2018 года, для этого требуется денежных средств 4,6 миллиарда гривен, для того, чтобы установить более 2 миллионов счетчиков индивидуальных в каждой квартире. Проведя определенный анализ, естественно, что не по времени, а по времени этот процесс занял бы 10 лет с теми темпами, как ранее выполнялась эта программа. И существенные денежные средства, которые, безусловно, легли бы нагрузкой на потребителей в виде повышенных тарифов на поставку и на распределение природного газа. Пришли к выводу и решили выполнить требования закона путем установки домовых узлов учета на многоквартирные дома. Что это, какой от этого эффект? Это в 5 раз меньше денежных затрат, и 2 года достаточно для того, чтобы обеспечить всех жителей, у которых узлов учета индивидуальных нет, обеспечить такими узлами к 1 января 2018 года. Таким образом, преследуется цель, первая, дополнительно не нагружать финансово людей, и второй момент, выполнить требования закона об метрологическом обеспечении, коммерческим учетом всех потребителей природного газа. Соответствующая реализация этих мероприятий подкреплена законом Украины о рынке природного газа, который был принят в середине прошлого года, 2015 года, и вступил в действие с 1 ноября, отдельное положение, но основные статьи начали действовать с 1 ноября 2015 года. К этому закону, скажем так, был принят, разработан и принят НКРЕ, как это было вменено, кодекс газораспределительных систем, где... Помимо этого, были внесены изменения в постановление Кабинета министров Украины номер 620 от 2002 года, касающиеся порядка и порядка расчетов и порядка начислений за энергоресурсы, как раз используя домовые узлы учета энергоносителей. Это касается воды, это касается тепла, в том числе и дополнили расчетами за газ. То есть, опираясь на эти законодательные и подзаконные акты, мы начали реализовывать эту программу в этом году, инвестиционную программу в этом году.
и НКРЕ нам утвердила ее в размере 908 домовых узлов учета с указанием конкретных адресов. Выбирались эти адреса по определенному принципу, то есть первое – это техническая возможность установки узла учета домового, потому что не у всех и во многих домах невозможно это сделать, не нарушая технических требований. И второе – экономические, условно говоря, требования. Условно говоря, если 80% жителей многоквартирного дома обеспечены индивидуальным учетом, то экономически нецелесообразно вставить туда узел учета газа домовой. Вот мы для себя посчитали, то есть, возвращаясь немного назад, если бы мы продолжали устанавливать индивидуальные узлы учета, нам бы понадобилось для этого 5 лет, это минимум, используя свои возможности на сегодняшний день. И для этого нам понадобилось бы более 110 миллионов гривен. На сегодняшний день не обеспечены, не охвачены, скажем так, коммерческим учетом потребители в количестве 55 тысяч домовладений, лицевых счетов. То есть мы начали реализовывать, таких, я сказал, адресов на этот год утверждено НКРЕ в инвестиционную программу, предусмотрено 908. Для этого НКРЕ предусмотрела нам в тарифе источник, обеспечила, то есть на выполнение этих мероприятий. И мы начали реализовывать эту программу. К сожалению, мы тех темпы, на которые мы рассчитывали, те графики, которые для себя составляли, у нас они с самого начала начали происходить сбои. Почему? Потому что возникло сопротивление со стороны людей. Ну все, вам загораживали дорогу. Я не буду... В дома? Да, буквально так. На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом. Мы сделали попытку установить 130, порядка 130 узлов учета. У нас получилось на сегодняшний день это сделать только на 30 домах. И 100 домов нам этого сделать не дали. Хотя и Кодекс газораспределительных систем, и закон Украины о рынке газа, там существует, точнее, не закон Украины, а постановление Кабинета министров 620, о котором я упоминал. Там сказано, что домовладельцы и местные органы власти должны содействовать, если такую инициативу в установке домового учета проявляет газопоставляющая компания. Они должны содействовать. И не вправе ни собственник, ни местные органы власти не вправе отказываться от такой установки. Ну, реалии другие показывают, что все произошло наоборот. Принятие для меня непонятным было неожиданным принятием сессии городского совета решения о запрете Николаевгазу выполнять такого рода работы. Выполнять инвестиционные программы. Это отвечает законодательству? Они могут это сделать? Я только что сказал, нет. Это они вышли за рамки своей компетенции. Они не вправе запрещать, либо же не разрешать. Мы природная монополия. Полностью и напрямую контролируемся государством, и государство никому никаких полномочий на нижнем уровне самоуправления, скажем так, управления государственной, органа управления нижнего уровня не опускало. То есть через НКРЕ, через антимонопольный комитет, через Кабинет министров, Верховный совет напрямую осуществляет управление монополистами, такими как мы. Вот, я думаю, что это и породило тот конфликт, который на сегодняшний день Хорошо. Существует. Расскажите, пожалуйста, принцип работы вот этого прибора учета домового. Да. Каким образом он работает? Я так понимаю, вопрос больше касается, как мы будем, сняв показания с этого узла учета. Нет, давайте сначала принцип техническая работы. Сторона. Мембранный счетчик, такой же, как бытовой, стоит в каждой квартире. То такое же, только больше, скажем так, большего размера, пропускная способность которого больше, стоит в ящике на стене дома. То есть газ проходит, считает по определенному алгоритму, там корректор, дистанционность, съем показаний. То есть мы, грубо говоря, в любой момент можем снять дистанционно через GSM-каналы, снять показания этого узла учета. То есть вы контролируете, сколько газа потребил конкретный дом? Да. Хорошо. А если вот такова ситуация, в одной квартире прописан один человек, по факту проживает пять.
в другой квартире, ну, в соседней, да, прописан один человек, и проживает он тоже сам. Потребляют газа они разное количество, а платят одинаково? А платят, принцип распределения в соответствии с 620-й постановой следующий. Значит, снимается общее показание с узла учета в присутствии дома владельца, то есть это ЖЭК, представителя назначенного официально органа местного органа власти, дабы не было ни у кого каких-то подозрений в части возможных фальсификаций, фиксируется это показание, отнимается от этого показания индивидуальные узлы учета, которые в этом доме могут быть, да, ну, наверняка в каждом доме где-то кто-то установлен. Отнимается официально, все, вот эта разница распределяется между остальными жильцами дома в зависимости от количества зарегистрированных в каждой квартире людей. Зарегистрированных. Но зарегистрированных. Есть же съемные люди, которые снимают квартиру. Вот я это имею в виду, что прописан один человек, он сдает вопрос, свою квартиру, а живет там вопрос, пятеро. Ну, несправедливость платежа, да, типа. Я понимаю, что, видимо, именно в этом и проблема, почему люди возмутились. Ну, об этом да. На это как раз и народные избранники некоторые на это как раз и указывают. Ну, во-первых, хочу сказать, что народные депутаты, которые об этом сейчас говорят, они голосовали за этот закон в середине прошлого года. Не вижу никаких проблем для этих же народных избранников выйти с законодательной инициативой и внести соответствующие изменения в законодательство. Я, как представитель газораспределительной компании, не наделен такими полномочиями. Я наделен только полномочиями четко и жестко работать в рамках законодательного поля, которое мне прописывают органы власти, скажем так, законодательные органы власти. Говорить о том, что справедливо это или несправедливо, я приведу пример. Есть уже факты, фактические показатели, да, результаты работы с такими узлами учета. Город Полтава и город Одесса. И там фактически после распределение тех кубов, которые показал домовой узел учета по квартирам, по зарегистрированным гражданам, то если норма при отсутствии централизованного водоснабжения составляет 7,1 кубических метров на человека в месяц, то по факту получилось 5,9 кубических метров. 160-квартирный дом. То есть, в принципе, выгода, она как бы налицо. Есть факт, да. Ну, подчеркну, это летний период, но вот констатирую как факт. Это первое. И второе тоже можно, если следовать такой логике, какой следует, как вы предложили, то вот если мы посмотрим коммунальные платежи, все остальные, содержание дома, внутридомовых сетей, других, да, вывоз мусора, распределяется по какому принципу? По квадратным метрам. На одних и тех же квадратных метрах в разных квартирах тоже проживает разное количество людей. Да, несопоставимые платежи меньше, но принцип, если логике следовать, такой же. Живет одна бабушка на 30 метрах или живет 4 человека на 30 метрах. Кто больше или чаще пользуется местами общего пользования, кто больше мусора создает, да? А платят одинаково. Потому что квадратные метры одинаковые. Ну, хорошо, ваши действия, учитывая, что определенным образом вы не можете выполнять нормы закона, и вам с другой стороны не можете не выполнять, а с другой стороны вам не дают их выполнять. Вот ваши действия, что вы будете делать или уже делаете? Опять же, к законодательству обращаемся действующему. Здесь у нас не реагировать, естественно, мы на это не можем, и законодатель нам в этом смысле дал возможность людей все-таки побуждать также со своей стороны выполнять требования этих законов, да, законодательных актов. Есть так называемый акт о нарушениях, он является неотъемлемой частью кодекса газораспределительных сетей. Вот мы подъезжаем, например, к дому, хотим осуществить установку домового узла учета, нам физически препятствуют это делать. Мы оформляем акт о нарушении, заполняем все обстоятельства, суть нарушения. И индивидуально каждого жильца этого дома об этом уведомляем. Он должен под роспись этот акт подписать, что он должен подтвердить, что он официально, что он отказывается. Пускать вас? Вот. Если не пускает, там мы работаем через почту, мы работаем через ГИРЦ. То есть это что?
городской информационно-расчетный центр. Через курьеров, то есть мы в тот или иной способ находим возможность, либо через своих контролеров находим возможность индивидуально каждого ознакомить с сутью нарушения, да, и добиваемся того, чтобы жилец подтвердил свой отказ. В следующий месяц после этого мы направляем уведомление, когда фиксируем акт о нарушениях, само нарушение с помощью акта. Мы направляем уведомление о том, что со следующего месяца отчетного периода он будет платить за потребленный газ по повышенным нормам. Это является тоже приложением номер 9 к Кодексу газораспределительных систем. И, к примеру, если при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, это 7,1 кубического метра за одного человека в месяц, то повышенная норма составляет 18,3 кубических метра в месяц за одного человека. Почему себе это в качестве наказания? Такая вот такая санкция предусмотрена за нарушение, еще раз подчеркиваю, за нарушение, которое зафиксировано в соответствии с той, с тем порядком, который прописан в кодексе. Такой себе шантаж, по сути. Мы выполняем требования. Хорошо, вот депутаты решили запретить вам устанавливать эти счетчики. То есть они решили, запретили до какого-то момента, до рассмотрения этого вопроса более глубоко, до, не знаю, там, до изменения законодательства. Вообще, вот какие основания у них были? Никто, были, потому что, может, ничего, никто не знает. Ни один депутат городского совета официально не обратился с запросом или за комментарием к нам. Ну, то есть, что это такое, почему, на основании чего. То есть, ко мне обращений не было. Предварительных обсуждений, разговоров тоже не было. Я еще раз говорю, что для меня это было неожиданностью, когда я, находясь в командировке в Киеве, мне звонят и говорят, вот такой запрет. Факт уже состоявшийся, свершившийся факт. Сессия горсовета вынесла решение о запрете. Я хочу даже тут сказать еще уже по ходу нашей беседы. Вместо того, чтобы вот выносить такие неправомочные, да, решения, лучше бы, наверное, депутатам можно было бы позаботиться о том, изыскать дополнительные средства в бюджете для того, чтобы, как они, если они считают, что социально несправедлив вот этот подход такой, да, то наиболее, скажем так, людей, наиболее, скажем, в этом смысле требующих дополнительной поддержки, социально необеспеченных, скажем, материально необеспеченных, могли бы предусмотреть целевую программу на установку индивидуальных узлов учета для такой категории людей. То есть одно запретив, альтернативы они вообще никакой не дали. Да, есть закон Украины, опять же, вернусь к нему, это закон о коммерческом учете природного газа. Там четко прописано источники, за счет чего этот закон может быть профинансирован, выполнение его требований. Первое, это средства газопоставляющих компаний, это мы, я уже сказал, нам в тарифе предусматривает регулятор. Второе, это средства различного уровня бюджетов местных, это не запрещено. И третье, прочие средства, другие источники, которые не запрещены действующим законодательством страны. Ну, подразумевает собой в том числе и частные инвестиции, и средства тех граждан, личные средства тех граждан, которые не соглашаются, не хотят выполнять, точнее, оплачивать вот по такому принципу, как описано в 620-м постановлении, могут просто заплатить деньги и установить за собственный счет, приобрести счетчик и установить за собственный счет в своей квартире узел учета индивидуальный. Ну, смотрите, вот вы, например, составили акт на какой-то дом, в течение этого месяца все жители там волосы почесали, решили, вот мы хотим индивидуальные счетчики. Все, санкции снимаются. Индивидуальные счетчики, это тоже вы, наверное, устанавливаете? До момента, значит, установка счетчиков индивидуальных, любая специализированная организация, которая имеет определенные разрешения для работы на газопроводах, может этим заниматься. То есть Николаевгаз не единственная, не то что не единственная, а с 2016 года Николаевгаз непосредственно не выполняет монтажные работы. Угу.
мы все непрофильные, кроме газораспределения функции и работы, которые мы раньше делали, мы у себя убрали. Мы нанимаем, если нам это необходимо, мы нанимаем подрядные организации, которые ну, в состоянии могут из юридически и технически выполнять такие виды работ. То есть сегодня на рынке газа, газификации, скажем так, в Николаеве, Николаевской области, существуют только подрядные организации. Николаевгаз как подрядная организация, как исполнитель работ, сегодня его нет на рынке газа. Рынке газификации. Нам выполняют эти работы подрядчики по договору. То есть установку вот этого домового счетчика, это тоже не вы, это подрядная организация. Но мы финансируем, источник я назвал. То есть вы еще и неустойки платите за то, что... У нас это взаимоотношения между двумя субъектами хозяйственной деятельности, я думаю, они не будут интересны нашим зрителям. А есть ли у вас программы какие-то социальные, предусматривающие установку индивидуальных счетчиков для каких-то незащищенных? Хорошо, что вы задали этот вопрос. Целевой программы как таковой нет для малозащищенных в социальном плане и в материальном плане людей, либо же категории людей. Но не на все дома устанавливаются и будут установлены домовые узлы учета. А от чего зависит? Есть часть, а я уже сказал критерии, помните, я вам говорил вначале. Да, да, вначале, да. Что либо технически невозможно установить домовой узел учета, либо же экономически нецелесообразно. Вот экономически так, нецелесообразно. Это 80% это то, счетчиков, да. 100 квартир, из них 80 стоят индивидуальные счетчики. Мы ставим, то есть нету смысла. 20 счетчиков индивидуально будет дешевле. Установить 20 счетчиков в эти квартиры. И предусмотрено, и часть финансирования в инвестиционной программе на этот год тоже предусмотрена. И эта величина составляет в деньгах 6 миллионов гривен на индивидуальные счетчики. Плюс у нас еще не полностью закрытых потребители, которые пользуются газом не только на приготовление пищи, а еще на подогрев воды. То есть не все потребители, имеющие колонки газовые на сегодняшний день, еще оборудованы индивидуальными узлами учета. Хотя должны были они у себя установить, нам обеспечить доступ до 1 января этого года. Но в силу разных причин, таких вот 4700 у нас почти 5000 набралось, которые... Не хотели, не могли, в общем, мы не имели доступа это сделать. Да это, наверное, не дешевое удовольствие установить счетчик. Я еще раз повторяю, для потребителя это абсолютно, для нашего жителя это абсолютно бесплатно. То, что предлагаем мы к установке, это ни копейки мы с людей не берем. Это в тарифе предусмотрено. За индивидуальный счетчик. И за индивидуальный тоже счетчик. Я об этом тоже говорю. Хорошо, вот... Вот там, где, извините, да, я понял. Там, где предусмотрен домовой узел учета, индивидуальный мы не поставим бесплатно. Это только уже инициатива должна быть человека. То есть многоквартирные, ну, девятиэтажка, вот, например, у нас у СМД создали не так давно, и вот буквально на прошлой неделе устанавливали нам индивидуальные счетчики. То есть в таких домах, где есть возможность поставить общий узел учета, Это будет домовой. Угу. Либо же, еще раз, если или бюджет изыщет средства и профинансирует приобретение, установку счетчиков индивидуальных, это там, где планируется или уже установлен домовой. Все, мы установили индивидуальный, домовой сняли, все, вопросов нет. Люди используют индивидуальные услуги учета. Хорошо, ну, судя по вашим словам, не так страшен черт, как его все малюют, но, наверное... Проблема еще в том, что, ну, скажем так, низкая информированность населения о том, что может быть выгодно, что лучше, что хуже. Куда можно обратиться за информацией, за разъяснениями, где посмотреть, я не знаю, там какие-нибудь технические характеристики того, что вы делаете или собираетесь делать. У нас буквально несколько минут осталось. Пожалуйста. Значит, существует на сегодняшний день две возможности. Первая – это те, кто имеет доступ к сети интернет, обратиться, зайти на сайт mk.104.ua, там есть вся информация в разделе «Информация для потребителя, для споживача», есть как русскоязычная, так и украинскоязычная версия. Вы можете найти полностью ответы на все вопросы, все ссылки на законодательство, которое я сегодня сделал, вы тоже там найдете, первоисточники, так скажем. Есть возможность зарегистрироваться в личном кабинете, создать свой личный кабинет виртуальный и организовать полностью контроль своего лицевого счета со всей историей предыдущей, плюс осуществить перерасчет, там финансовые есть возможность
прикинуть, какая может быть субсидия, исходя из ваших доходов, вашей семьи. И вторая возможность – это получить информацию через контакт-центр наш, номер телефона которого 3-7-104. Работает он с 8 до 18 часов ежедневно без выходных. Позвонив и задав любой вопрос, вы тоже сможете получить ответы на интересующие вас вопросы. Надеюсь, в ближайшем будущем у нас появится еще с вами одна возможность общаться, это через центр обслуживания клиентов. Що ж, пане Богдан, я дякую за те, що завітали до студії, дякую за роз'яснення. Будемо сподіватися, що проблему можна буде вирішити. Дякую. На все добре. Всього доброго.